Сын пришло, пришел, я увидела вода, я увидела, как отражение на воде Млечного Пути. Потом этот Млечный Путь, как отражение, вот как луна отражается на воде, и такой блик идет. И там вдалеке он как не было, состоящий из множества маленьких звездочек, как новорожденные души. И он как будто бы связывающий элемент вот этих всех звездочек. И он просто материя, которая связывает, которая циркулирует. Я его так вижу. Я его вообще вижу просто как светлая такая, света, состоящая материя с маленькими точечками энергетическими. И она постоянно меняет форму. Как работник космоса какой-то для удержания схем, систем космоса, для их зарядки самим собой. И такое впечатление, что есть какая-то такая темная жидкость, которая к нему налипла частями на него. Я издалека сейчас это вижу. У него есть на голове стекает на лоб немножко, на желудке, живот вниз, вниз от желудка до ног и какими-то пятнами на спине. Мне пришло еще в груди есть какое-то что-то такое. Но это все как, ну вот искусственного интеллекта, нанотехнологии, которые, кстати, тоже поработили нашу, поразили этим вирусом нашу Вселенную. Он борется против этого вируса. В общем, таких, как он, много, больше 200. Это как конгломераты материи, которые проходят. Они как чистильщики вселенных. Вот у него такая суть его. Я такого еще не видела, но вот я таким его вижу. А что относительно драконицев? Есть там что-то? Ну, у него драконицы сосали энергию с детства. Он видел сущности всякий раз. Да, потому что они были вас. Этот драконец был вас. Эти ящеры были вокруг вас. Поэтому он их видел. Они к нему пытались подобраться. Однажды он говорит, что они в шляпе хотят на меня одеть какую-то шляпу. Я первый раз испугалась, но тогда еще не понимал ничего. Они хотели, да, они очень хотели, они пытались. Когда А ростом были где-то три этажа, наверное. Как-то он так мне объяснил, маленькими. большие, большие, да. А какого цвета? Белого? Не могу что-то Светлого? вспомнить, это уже 30 с лишним лет прошло. В общем, он когда был маленький, на него были атаки, они с него сосали тоже. Они появлялись во снах, они появлялись везде. Ну вот тут К дело нему вопрос. прийти. Дело в том, что он очень хорошо видел, он понимал, что происходит. Но он такой, он вообще очень... У него знания, ну, потрясающие в этом плане, потому что на самом деле он, если он войдет в транс, он может вообще создать таблицу вот этих вот классификаций этих всех сущностей, потому что он как будто бы у него какая-то, он как вселенский какой-то компьютер. Он вот знает все, кто существует в этой вселенной. На физике он может это не понимать. Он понимает, вот в чем я и хочу, не на А. физике, энергетически и везде, потому что мы с ним разные в плане. То есть он говорит, ты как ребенок. Может Потому быть. что в нем есть знание, он как ходячий, передвигающийся вселенский компьютер между всеми вселенными. Он такой. Да. Я от него прям такую мощь чувствую, тепло в груди. Вот. Но к нему никто не может подцепиться.
Попытки могут быть, атаки могут быть в Атак разных ситуациях. много было. И вообще, вот у меня вопрос, конечно, он такой интимный, но он все равно говорит во мне раса драконов, и что-то он мне вот про это начинает говорить, а мне аж это самое. Думаю, насколько мы далеки друг от друга или близки, наоборот. Я понимаю, о чем он говорит. Расы драконов, которые во Вселенной Первичный. доминируют, потому что эта Вселенная официально драконорептилоидная, вообще вся Вселенная сейчас захвачена. И он говорит во мне, потому что он эту Вселенную пытается спасти, точно так же, как многие другие, такие же, как он. Он просто вот энергетически это выглядит как свет, материя. Потом эта материя расстилается, расширяется, покрывает определенные участки Вселенной и их вылечивает. Впитывает на себя все низковибрационные, вообще все, что там есть низковибрационное, в себя и проводит их через портал в черную дыру. Он вообще может видеть разных сущностей, постоянно мелькающие у него перед глазами. Потому что он такой есть. Он как вот рот Вселенной, через который проходит мусорник, да, сущности. Вот. Ну вот такое чувство вообще у него, ну, что-то очень интересное там. Ну вот он говорит, что все как бы есть и та жизнь, и другая, то есть и светлая, и темная. И он, я так, вот это мне немножко напрягла фраза, что как бы он может и там, и там. Я думаю, так не бывает. Где ты или там, или там, ты определяешься, да? То есть Но он говорит, там и нет. там он постоянно мигрирует. Он Да? То есть постоянно это мигрирует. Да. прав, Это да? его естественно. Он вообще по всем вселенным ходит постоянно. Он как санитар леса у нас, а это санитар вселенных. Он выбрал себе такую изначально. Ну, у него задача, да, он сказал, миссия у меня своя есть. Вот. И это вот опять вопрос, ну, как бы для меня и для вас, что он даже влетел в меня без полового акта. То есть так это все было тоже интересно. Мне 20 лет было. У меня то же самое с четвертым Есть, да? ребенком. Вот, Прям поэтому... муж обвиняет, что ребенок не от него. Да. Ну, вот... Это так для вас. Мне вообще люди, ну, не поверили бы, поэтому я как бы даже. Ну вот и я, но я-то вообще, образно говоря, девочка была, то есть не было ничего, и вдруг я беременная уже на 16-й неделе, думаю, что-то мне там так, не так, а когда уже замуж вышла, ну это было 16 недель, оказалось, что уже вон, как думаю, боже, так как стыдно и прочее. Ну то есть все как-то необычно у меня в моей жизни вообще. От Вот, и сынок него пришел. идет потрясающее такое излучение такого абрикосового цвета, вообще очень теплое, приятное. Он потрясающий, но он все время в какой-то работе, борьбе. То есть он тяжело работает на самом деле энергетически. Да, я это ощущаю. И иногда даже сейчас вот в последнее время тоже было, ну не то, что там обращались даже к профессионалу, он сейчас принимает даже лекарства. То есть бывает не то, чтобы атаки, а как это назвать? Ну иногда депрессия, наоборот, или мания, или депрессия, вот такие вот вещи. Ну, наверное, очень сложно ему, чтобы справиться с этим, я не знаю, как это все. Это вот эти сущности, которые проходят через него. Почему я не делаю ченнелинги? Да? Почему я ушла от колледжера? Потому что когда в тебя входит сущность низких вибраций, от нее, даже когда она уходит, после ченнелинга остается след. Ну, понятное дело. Я вот Вот. это, да. Да, это я-то понимаю, это тоже, может быть, не знаю, чувствую. Хотя я вообще энергии не знаю, как я там делаю, как вы говорите, руками промахала или что-то сделала. Я вот не понимаю, не ощущаю сильно. Он, наоборот, энергетик. Ну вот, и видящий еще вдобавок. Он говорит, ой, когда у тебя глазки откроются, а мне не надо. Смеемся так, ну так, дружески. Он все понимает, он знает, что он сюда вообще сам пришел. Тут нет Он никакой. недавно пришел, он мне говорит, я тут недавно. И типа уйду сразу, типа, ну там. Я не знаю, говорю, ты проваливаешься тоже, мне кажется, иногда прям проживаешь, да нельзя, некоторые вещи к судьбе. Вот.
Ну, то есть его задача такая, понятно. Потому что он больше в космосе, чем в этом теле. Он вообще себя не ассоциирует с телом на самом деле. Он просто в этом теле, потому что когда он входит в любую вселенную, ему надо маленькая часть его, чтобы вошла в какой-то аватар на какой-то планете или звезде. По-другому он не сможет оперировать в этой вселенной. Ну, он даже родился, когда осознанные глаза, это 30 с лишним лет назад, люди говорили, так не бывает. Он смотрит сразу, и у него это вообще такие глаза были, я никогда не вижу, не видела голубые, и они потом начали меняться. Такой синий цвет я никогда не видела ни у кого. Они обычно через 3 месяца, но вот у всех меняются, у него тоже поменялись. Ну, мне всегда говорили, говорит, родился, удивился на этот мир, так и остались. Нет, нет, это такие дети. У него это есть... такие особенные да, дети. Ну, вот у меня внучка, но с супругой они расстались. Сейчас второй человек хороший, вроде бы, как бы женщина, пока вот детей не получается. Почему-то. Она Ну, уже в возрасте. Вот, хотелось бы или внуков. Ну, подарят или нет, посмотрим. А, знаете еще, что я хотела спросить? Ну, вот относительно памяти я так поняла, что сейчас будет восстанавливаться память, потому что у меня такое впечатление, что вообще все стирали. И Стирали, элементарно, конечно. да, элементарно вещи, я просто забывала про свое там детство или еще там чего-то. То есть сейчас это как-то все-таки должно быть восстанавливаться, да? И вот Да. глаза менялись, там зрение, щитовидка, это тоже вот эти вот импланты черные, которые у вас Они там. все время ходили туда-сюда. Да. Где они находились, они давили на нервы, на центры зрения, памяти. Ну, я поняла. То есть ноги у меня вот последние 2 дня что-то прям, не знаю, и не крутит, и не поймешь, что с ним происходит, но вроде и вроде все нормально опять. Прятались. Прятают. Это они, да? Да. Это они. Потому что я так Потому понимаю, что что... от них ленты шли, они просто могло быть онемение по телу, странные, потому что это задействовано, когда нервное окончание, это все, там начинаются странные ощущения. Ощущения не те какие-то, ну понятно. Вопрос, Оксана, значит, насчет того, что я одна уже много лет, вообще будет кто-то рядом, хотя бы для души? Будет, будет. Подсознание говорит. Будет, Ты будет же знаешь, совсем. что будет. Не скоро, да? Я вижу. Не факт, Нет. что не скоро. Не факт, что не То скоро. Просто есть... однажды мысль такая пришла, что уже когда будешь дряглый старый, тогда придет. Нет, мне Скажет пришло родитель. 2-5 лет. Но я не люблю говорить эти даты, потому что люди очень так четко по Нет, я датам. независима от этого Да, просто. да, да. Да, Вот потому что абсолютно. тут зависит от Готовности. желания, вообще желания. И желание, причем я чувствую, что ты очень самодостаточная. Когда человек самодостаточный, он так. Было бы неплохо, чтобы кто-то пришел, но в любом случае мне и так хорошо. Вот на это вот, вот как раз такое придет. Но я чувствую, что это будет сначала очень сильная дружба, связанная с самопознанием себя. Причем человек будет четко понимать, что не надо никуда смотреть наружу, надо смотреть в себе с собой. И вы, я вижу, как вы идете, вы путешествуете где-то. Причем я увидела сразу самолет, потом увидела горе, горы, как океан, потом увидела, вот как никогда не была в Греции, но пришло Греция, какие-то водопады. Вот такое вот приятное, что вы будете наслаждаться друг другом. То, что и хочется, да. Да. Уже Ну, хочется. Так оно и будет. Так и будет. Спасибо. И такой вопрос, который тоже не знаю, как ответить, но хотела бы на него получить. Я очень долго занималась ритмологией до 2000 года. Я понимала, чувствовала, что да, это туда, это надо, это развивает меня. А потом что-то какой-то резкий. Там все на деньги пошло, понимаешь, все замешано на финансах. Это всегда. Эти И все причем группы, они всегда жестко. замешаны на этом. И жестко замешано, понимаешь? То есть вот... Конечно, да. И А я если поняла, ты что спросишь, перекос такой почему? идет вообще. Значит, я отошла, а люди некоторые остались, хотя 17 лет занималась сама, да? Кто-то говорит, что Ну, это вообще естественно. связано с сатаной, да? Ну, естественно, потому что они всегда пытаются привлечь
именами, фамилиями или названиями группы. Что-то должно всегда быть связано со светом. Это уже первый красный флаг, то, что это основано вообще на каком-то эгрегоре, который принадлежит сущностям. Она сама создала этот эгрегор, то, кто над ней стоит, я не знаю. То есть она говорит ну, о времени. Она сама на физике, а кто за ней стоит, а кто это создал в Вот. эфирном пространстве, это вопрос. Я вижу там каких-то низковибрационных сущностей, рога, копыта, в общем, бородки, кокозы, вот как человеческое Ты тело с представила ее, да? козой. То есть по... Да, да. Угу. Да, я потому просто вижу их в кругу стоящие, вот такие, она посередине. Она на подсознании и на сознании тоже знает. Она подписала какой-то контракт с ними. Я тоже поняла, что она сначала шла духовно, потом она подписала, наверное, контракт или не. Ну, короче, не выдержала, может быть, какие-то тоже испытания, не знаю, деньгами, чем-то, славой. Хотя она давала феноменальные вещи, причем она помнит все, что она говорила, когда не говорила. Ну, то есть... Я таких вот не видела проявленных людей еще. Понимаешь, этим она зацепила. Думаю, о, ну ничего себе. Это не так работает. Она просто не поняла, как это работает. Тут важно, чтобы тебя захватывало то, что ты делаешь, чтобы тебе было интересно помогать. Когда ты переключаешься на деньги, у тебя все разваливается. И тут тебе надо менять имя и заключать контракты, чтобы Да. как-то удержаться на плаву. Да. Ну, как бы книг много она тоже сдала и говорит мне, что сначала, что вот типа, ну я автор, и читайте мои книги. Там, правда, очень много информации. Это можно всю жизнь там погрязнуть и не усвоить. И я поняла, думаю, ну как же это не создать себе кумира? А вот он же кумир, прямо, она, ну как бы, да? То есть я только, я вот лицо первой станции, иначе там не успеете. А вообще-то все не там со Вселенной связано, с космическими языками и прочее, со временем. Вроде бы Да. нам, ну, как бы, что мы ждем, да, со звездами, откуда пришли, но дальше ничего не пошло, все только одни вот сегодня-завтра, послезавтра, так 20 лет. Ну, они чаще всего говорят, поэтому если тут очень тенденция такая намечается, в 2036 прилетят за вами или... Ну, Ну, потому это что им да, нужно какое-то время, это чтобы говорю, скачать очень достаточно похоже. денег. Ну, в общем, да. Спасибо, потому что для меня это было важно понять, то, что люди еще блокают, как-то вот надо тоже. Вот это очень сильная программа. Это должно быть рассказано детям в детстве. У нас есть программа, что мы должны принадлежать какой-то группе, что если мы хотим развиться, нам надо какое-то учение. Нет, это вообще ничего не надо. Да. Я вот это понимаю. Просто теперь как это все перформатировать? Потому что сама говорю, учитель, видишь, во всех там жизнях, не знаю скольких. И хочется вот этого правильного объяснения, понимания, ведения людей, детей, всех подряд. То есть не Главное, хочется что... лжи и неправильной информации. А для этого должна сама понимать. Конечно, главное, что рациональная часть сейчас понимает, а значит, она соединилась с пониманием подсознания. Подсознание давно понимало. Ему просто Нет, это я тяжело ощущала, только я достучаться. вот не знаю, так, ну, как бы, да, понимала с подсознанием. Не знаю, как мне тогда поработать, чтобы себя, свои вибрации еще вот поднять выше? Что посоветуете? Тут интересный момент насчет этих поднятий вибраций. Я вообще вижу, что вот больше я согласна с Олегом в этом плане. Вот то, что он врач, он видит тоже, да. Мы существуем в определенном потоке постоянном. Вот, когда мы не болеем, нам хорошо, люди называют это высокими вибрациями. На самом деле, я называю эти вибрации вибрациями нейтральности и спокойствия. Я считаю это самые хорошие, потому что когда ты слишком поднимаешь вибрации, значит, некоторые люди ассоциируют это с радостью, с какой-то такой божественным. Нельзя все время быть в радости, это ненормально. Нет, это ненормально. Мы должны быть в нейтральном состоянии, чтобы аналитически правильно оценивать любую ситуацию и решать проблемы на физике. Вот. А через вот эти вот качели слишком хорошо, слишком плохо, она всегда и будет качаться. Да, надо в какую-то точку войти, особое такое спокойствие. И если тебе даже какая-то ситуация случается, какой-то человек что-то такое, понимать, что у этого человека подключки, и
он не от себя, это в большинстве случаев это вообще это не сами люди говорят, люди Да, сами себе не принадлежат. это сейчас тоже вот, кстати, один из этих моментов, когда, ну, вот опять у тебя услышала, я хотела, думала, к роду прийти своему, да, отходя от всех христианских и прочих, то есть вообще выход из этих всех эгрегоров. А сейчас у тебя тоже услышала о том, что это тоже кто-то за этим стоит. То есть, может быть, и нет смысла, и не стоит. Или просто пройти, узнать, кто основа, да, вот этого моего рода, и уже дальше потом идти дальше, оттолкнувшись от этого, как бы. Значит, твое Основатель, кто бы мог. подсознание сказала очень громко, я услышала. Род тебе не принадлежит, ты не принадлежишь роду. У меня И ощущение все. было всегда, что я вообще непонятно. Я вот пришла сама, сама должна проснуться, не знаю, там, себя все вспомнить, все, чем я обладаю, и идти Да, вперед, да? потому что я вижу род, когда слово, как метафора, увидела выжженный лес, а ты стоишь, как такое большое дерево зеленое. Поэтому смысла вообще нет ничего. Объединяться Это можно. все всегда накручены, вот эти программы, чтобы всю жизнь ты какие-то проблемы решала, чувствовала себя виноватой, что у тебя род какой-то не такой, что у тебя Нет, я карма им рода. В благодарна, общем, как-то у меня же это вот это. прошло, я как бы приработала, но тем не менее, это же тоже идет какая-то, не знаю, независимость, Да. но уход в сторону, я бы так назвала, более так мягко, если сказать, или Сейчас у там. всех идет уход в сторону. Мы сейчас все, те, которые проснулись, как бы понимаем, что нам надо уходить от групп больших, от вот этих вот семейных каких-то. Вот эти семьи, они сами отваливаются. Как бы тоже. То есть, особенно те, которые низкие вибрации очень, Это уже сущностями. давно у меня, это уже 20 лет все Да. отвалились, ушли, все поменялось Ну, у меня то же однозначно. самое, да. Но потом постепенно у кого еще что остается, отваливается, да. Но, может быть, сознание подскажет мне все, чем мне заняться хоть в ближайшие 5 лет, пока до 60. Как себя еще проявить, может быть, потому что я, может быть, не слышу еще до конца сама себя. Живи в свое удовольствие, Да вот живи в хочу. энергиях природы, живи в энергиях природы, Строю дом, наслаждайся. Сан, строю дом одна женщина, двухэтажная. Не сказать, что он большой, но он Вот 150 подсознание метров. говорит, вот, И вот наслаждайся. к земле меня, да, цветочки выращиваю. Так это же классно, у Я многих нет вообще, такой возможности, я а тут обалдею, я можно говорю, даже вырастить. делаю сама себе эти стенки сейчас вот. Но что не умею, я просто не понимаю там в электричестве или там вот газ проводить. Это для меня, конечно, караул вообще потемки. А все остальное я сама могу. Ну вот отлично, вот этим и живи. На Да. самом-то деле мы себе вечно что-то ищем такое непонятное. Да нет, я Вот. его не ищу, просто хочу Да. понять, где себя еще проявить, Да. вот научить. Не, вот чисто в этом, да. Чисто в этом потом. Да, просто вот как бывший клиент сказал, переехал в Канаде, в лес переехал жить. И говорит, ты знаешь, я на дятла могу целый день смотреть Да со своей. классно. Это он И здесь и все. сейчас, значит, понимаешь? Да, Он там да. находится. И лес мне Вот тоже всегда очень это нравился. жизнь. Вот. Да. Питал, как говорится, своей прохладой. Да, поэтому, ну, потому что Лира и вот эти все планеты, они же как Земля, там растительность в 3 раза красивее, и краски, и все это, Правда? насыщенность, конечно. А Да. у меня такая мысль была, думаю, наверное, я пришла с планеты, где там нет цветочков. Я прям любуюсь здесь, вот вообще, на росинку Нет. могу смотреть, на птички, на жучка, или там как Там эти кожуру цветочки в ползет. 10 раз больше. В этих цветочках спать можно. Поняла. Да, там очень красиво. А на эти мы смотрим, и у нас пробивается память, подсознание, Понятно. что Вот откуда, да, понятно. напоминает, и нас тянет к этому. Все, а я-то думаю, вдруг по-другому. Видишь, как все меняет? Вот в голове там думаешь, как правильно, а оказывается, вот как и откуда. Из памяти, из прошлого столкнулись. Что мне подскажет мое подсознание еще?
Вот постоянно фраза «живи в свое удовольствие». Кстати, типично для подсознания. Оно Спасибо. коротко, но ясно будет. Никаких размышлений. Спасибо. Спасибо, Оксана, за подсказки. Да, тебе спасибо. Все, можно выходить или еще да, что? Да. Благодарю. Кстати, вторая часть очень интересная, конечно, эти вопросы личные. Вот. Там очень много для других. Было бы классно тоже. Смотри, пересмотришь, там если... Про сына или про что? Ты можешь что-то вырезать, добавить, если ты считаешь нужным. Нет, вторую часть можно было бы интересно опубликовать, но в принципе я могу полностью черным все закрыть, чтобы не было видно твое окно. А, Или нет, если это не одно. хочешь, А не вопросы надо. там, может быть, про Марченко это не надо? А, да, там был какой-то вопрос. Ну, Вырезать про Марченко, да. нет, ну, я не знаю, что там про сына, может быть, потому что ты сказал, их там Про 200 сына человек таких, можно, да? да. 200 человек. И вот что он там немножко болел, мне тоже это бы не хотелось бы, чтобы... Хорошо, про сына и про этого, да. Но Потому что я я хочу скажу, ему это же у все-таки меня... дать, наверное, послушать, было бы полезным, да? Конечно, да. Да, вы прослушайте с ним. И может там просто какой-то момент... Что там? Там было что-то интересное такое. Какие-то вопросы, которые мне каждый сеанс буквально задают. Про Ну, вот если эти... ты скинешь, я скажешь, вот это можно, чтобы если так А, вдруг... хорошо, да, хорошо, да. А я там, да, если про него лично что-то спрошу у него, если нет, то скажу, давай, это такое. Хорошо, нет, я чисто буду без имен. Про группу я потом тебе перешлю, посмотришь. Угу. Спасибо огромное. Да, не Я за так что. хотела услышать. Спасибо.